В очередной раз я вас приветствую, и сегодня мы будем проходиться по саб-квестам, которые у нас остались незавершенные. Все эми, которые тут должны отображаться, почему-то какой-то черной херней покрыты. Ладно, сперва заходим на второй уровень, потому что там стоит статуя жаб. У нас, как мы знаем, уже собрано 4 жабы. И, соответственно, сначала заглянем туда, отдадим этой статуе 4 жабы и посмотрим, что же нас ожидает далее. Оказалось, что на втором уровне жаб нету, поэтому теперь мы путешествуем по уровням в поисках этих чертовых жаб. К сожалению, вы не написали в комментариях, на каком уровне они находятся, поэтому мне приходится искать. Их собрались до этой стальной жабы, давайте отдадим ей. Да-да-да, все нормально. Дайте поближе, конечно. Вылазите. Первая, вторая, третья и четвертая. А, у нас еще и пятая была. Хорошо. Так, ну они читают заклинания стандартно. Говорящий жабоч. Опачки. Интересный портал открылся. Портальное устройство барахлит. У нас проблемы. Мы все разучились и почти потерялись. Кто-то был так занят, играя фигурками, что вел неправильные координаты. Спасибо, что провели всех членов моего взвода, рыцарь. Окей, мои друзья. Верно, ты рыцарь, друг нашего планетарного взвода. Я думал, что мы никому не сможем открыть свою личность. И что? Этот рыцарь, скорее всего, уже понял, что мы не обычные лягушки. Тогда мы возвращаемся обратно домой. Мы уже готовы вернуться? Хорошо, мастер-сержант, рыцарь. Я скажу тебе локацию склада с сокровищами, чтобы показать нашу признательность. Прощай, взвод. Возвращаемся домой. Окей, необычно. Возьмите меня с собой. Ну что ж, забираем тогда нашу карту, полученную информацию о локации склада с сокровищами захватчиков. Прекрасно. Ну да, как я и сказал, вот эти жабы будут открывать этот уровень. Все, это 17 у нас. И у нас получается закрыт еще один уровень из саб-квестов. Но по поводу этого уровня, я думаю, то, что он откроется после прохождения второго уровня. Ну то есть там два подуровня саб-квеста. Вот я говорю про это место, это 12 уровень, и вот справа от него. Хотя там лифт какой-то еще. Там лифт, а в принципе мы больше не можем добывать эти взрывные устройства, чтобы открывать еще этажи. Так что возможно, это просто комната, которая просто есть, которая просто существует. Конечно, блин, последовательность уровней довольно странная. То есть, грубо говоря, мы проходим сюжет, это 11 уровень, мы взрываем к черту корабль. И потом мы возвращаемся по саб-квестам, которые идут 12, 13, 14. Странно. Ну, не странно, нелогично. Посмотри на эту очередь. Думаешь, мы сможем туда попасть до того, как начнется гонка? Не знаю. Давай посмотрим, попробуем. Посоревнуемся. С кем тут? Нихера себе тут очередь. Действительно, действительно внушительная. Так, тут заперто, да? Если на другой путь... Я знаю только путь, что использует персонал. Ну давайте, уходите отсюда быстрее. Следуй за мной, уходи. Ну же, убегайте отсюда. Все, кыш, кыш, кыш. Какого? Это просто пустой склад. Я послушал тебя вчера и проиграл все деньги. Ты снова начинаешь? Молчи, если не знаешь. Видишь, как я вообще врал. Отлично, вперед на трек. Ну окей, здесь настроечник, впереди охрана. Давай вырубим их. Угу, хорошо. Вырубите? А, окей. Во время диалога они не врубаются. Понятно. Бывает. Почему нет? Какой смысл от этой охраны? Уйди отсюда. А ты иди сюда. Ты тут тоже головоломки. Вы издеваетесь. Ладно, тут хотя бы не сложно. Просто двигаем вот эту хрень сюда, и вторую хрень на тот же уровень. Врубается магнит, отодвигает нам выход. Как я говорил ранее, блять, эти головоломки ничем не подкреплены. Вот просто банально сюда зашли два захватчика. Они все это сделали, да, и прошли дальше. А кто за ними закрыл? Ну тут еще двое, конечно, кружились. Ну тут, конечно, еще двое кружились, может быть, они закрыли, но зачем и для чего это все делать? Я не понимаю вот этой логики. Ну если вы пихаете хер вот тучу головоломок или вот такой вот дичи, ну хотя бы логически обоснуйте это. Так, тут не пройти до тех пор, пока мы не откроем им дверь. А чтобы открыть дверь, нам нужно найти магнит. А магнит находится где-то наверху. Вот я, кстати, его и нашел. Угу, тут получается два магнита. Один тут и второй туда. Окей.
Магнитик. Да уйди ж ты. Пойдем. Ну хорошо, с этой кнопкой мы разобрались. А как мне разобраться с другой кнопкой? Почему вот эти захватчики разного цвета? Вот эти светлее, вот эти темнее. Логики не вижу. Может быть, кстати, с этим магнитиком ладно? Они не боятся, нет. Возможно, с этим магнитом нам нужно пройти, ну, перепрыгнуть на другую сторону. И, возможно, мы сможем зацепить. Да, действительно, мы сможем зацепить. И оттолкнуть. Бегите отсюда, ребята. Освобождайте мне проход. Загоняю вниз сначала, потому что мало ли тут что-то есть. Вот есть два вот этих человечка, которых мы вырубим. Потому что они мне не нравятся, и почему бы и нет, если мы можем. Ладно, открываем дверь, магнит нам, надеюсь, больше не нужен. Когда они начнут? Если бы я накопил денег, я бы смотрел это из S-класса. А ты знаешь, есть легендарное существо, которое никогда не проигрывает против счетчика молний. Это существо быстрее счетчика молний? Не может быть. Ребята, прошу любить и жаловать. Я человек, который быстрее счетчика молний. Кстати, есть проход наверх. А нужно ли нам наверх, потому что там еще справа есть проход. А тут магнит? Тут магнит. Хорошо, хорошо. Ладно, значит, тогда мы берем вот этот магнит. Надеюсь, тебе хватит мощности, чтобы сдвинуть. Угу, все, свободен. Чего тут творится? Рассказывайте. Ого, существо с гонки прямо перед моими глазами. Видеть тебя так близко, это и правда красиво. Ой, это ценно для меня, но я отдаю это тебе. Не отказывайся, я просто рад, что смог увидеть такое существо так близко. Вот раньше разработчики как-то загонялись, делали экранчик, ну на экранчике что-то изображено было. А сейчас они просто прыгают, они просто радуются. Как бы тут должна быть гонка, но ее тут нету. Удивительно. Удивительно хреново все сделано. Ладно, идем. Идем, собственно, на гонку, нам нужно догнать. Смотри, 128 гонка испорченных существ. Кто из многочисленных ворон будет с каковой лошадью сегодня в центре внимания? Третье место популярности – Кентербийский король. Какие люди. Добьется ли он результат в гонке после возвращения из долгого перерыва? Второе место популярности – Специальный демон. Капитан демонов привлекает всеобщее внимание и получает хорошие аплодисменты. Наконец, первая популярность счетчика молний. Это будет легендарный рекорд, если он победит в этой гонке. Ну, вперед, лошадки. Гонка начинается сейчас. Какое чистое начало, конкуренция за размещение жестокая. Номер 2, 5 и 3 отчаянно борются за лидерство. Счетчик молний, продолжит ли она свою серию побед? Номер 2 стремится к лидерству. Номер 5 и 2 на месте, ищет возможности. За ней номер 3, напряжение растет, она все еще на третьем месте. Мы будем следить за ней, чтобы увидеть, сможет ли она сегодня победить. За ней участники номер 1, 6 и 4 в этом порядке. Непредсказуемая путаница продолжается. Теперь гонка прошла на второй круг и проходит второй поворот. И что-то там, поскольку дух с самого начала продолжается, номер 2 сохраняет лидерство. Расстояние между лидирующей и отстающей группами становится все меньше. Будучи номером 3, я ускоряюсь, пока и говорю. Он мчится мимо номера 2 и 5, все остальные... Это мощно, показывает всю свою скорость без сожалений. Впечатляющая разница, это бессмертный дух. Они все продолжают, это не остановить. Счетчик молнии уже видит финиш. Номер 3, счетчик молнии финиширует первый, вау! Второе место номер 2, специальный демон, третье место занимает номер 5, Теотан. Короче, что я понял из этой гонки? Сегодняшний победитель номер 3, счетчик молнии. Теперь внимание всем. Отличная гонка. Сегодня все сейчас так. Сегодня все так счастливы наблюдать за тобой в гонке. Пора возвращаться в загон.
Люди их захватили захватчики. Но почему они так счастливы, несмотря на это? Наверное, захватчики что-то с ними делали, давай последим за ними. Так вот, что я понял из этой гонки? То, что король Пентерберийский, о котором мы говорили, ну, где-то в сюжете этого мира, оказывается на подчинении у захватчиков. Ну, как на подчинении, играет в роли шута. Бывает. Короче, пиздец нашему королевству. По-другому не сказать. Давай заберем желтый куб, к которому мы не можем попасть. Нужно как-то изнутри попадать, а вот проход. Еще остается один желтый куб и 20 медалек. Я не знаю, что это, короче. И 20 медалек, или как они там называются. А где они, кстати, есть? Я их даже не встречал. Ни одной штучки. Конечно, эта гонка абсолютно бессмысленна. В плане того, что, блин, мы с этой Лан... Короче, я не помню, как эту девку зовут. Мы с ней сколько соревновались? Как она может вообще соревноваться вот с этими существами? Конечно, ничтожно. Она великий счетчик молний, который тренируется с самого детства. Выслеживая людей, вы нашли ферму испорченных существ. Прекрасно. А, ну вот, как я и говорил, это уровень, состоящий из двух подуровней. То есть первый уровень это просто знакомство, плюс гоночка. И второй подуровень это будет сейчас открыт. И вот тут возникает вопрос, если это подуровень и то подуровень, то где один желтый куб еще есть? И где находится еще один желтый куб? И 20 медалек. Потому что я их не встретил и даже близко не нашел их. То есть на гоночном треке их нету. Тут как бы тоже нету. Черт его знает. Ну зачем ты вход нажал? Очень странный мир. Это очень странные сабквесты. И невероятно странно, и чертовски невероятно странная последовательность этих заданий. То есть банально даже если по счету, вот 12, соответственно этот уровень должен был быть 13-м, а после мы идем уже 14, 15, 16, 17, 18 и 19. А так получается, что мы сейчас идем 12, 14, 15, 16. На 16 мы добываем бомбу и плазменную херню. Открываем вот это, возвращаемся на 13 уровень.